Всем привет! В сегодняшнем выпуске вы узнаете про необычный творческий талант художницы из Сан-Франциско. Она не просто украшает человеческие тела затейливой росписью, а создает реалистичные иллюзии. Одна из самых известных работ – это «Люди-мотоциклы». На первый взгляд сложно понять, что эта композиция создана из обнаженных девушек. Их единственное облачение – мастерски нанесенная краска. «Люди-невидимки» – это свежая боди-арт-фантазия, в которой модели настолько органично вписываются в окружающий пейзаж, что буквально в нем растворяются. Эффективный проект под названием «Нью-Йоркский камуфляж» посвящен самым известным достопримечательностям Нью-Йорка. Девушки позируют на фоне Центрального парка, Манхэттенского моста и других известных достопримечательностей. На подготовку модели художники тратят несколько часов. Ее всегда окружают зеваки и фотографы. Стоит также отметить, что закон Нью-Йорка полностью на стороне фотографа, ведь ее модели обнажаются только ради искусства.